Всем привет! Вы на канале Бункер Фолча, и с вами, как обычно, Павел. И сегодня мы с вами продолжим проходить игру Layers of Fear, Слои страха. В общем, я не совсем понял, почему я появился рядом с картиной, потому что вроде как мы прошли даже дальше. Плюс ко всему прочему. Так, ну здесь все закрыто, здесь все закрыто. Не совсем понял. Плюс по первой, получается, по первой серии, что я понял? Я понял то, что очень игра темная, потому как на записи оказалось, что в принципе на телефоне очень сложно увидеть, что происходит. Вот я сейчас гамму немножко более светлую делаю. Вот сейчас смотрю, как она на записи идет. Вот сейчас более-менее нормально. Просто у меня на экране все было красиво, все было хорошо. А теперь у меня очень светло на экране, но зато на записи теперь будет все нормально. А, плюс... О, а это, подожди, это то, что мы, кстати, находили. Вот, мы ногу нашли. Да, похитители протезов, ненасытные ублюдки. На новый денег не хватает. Ногу-то за что? Ногу-то за что? Так, ногу-то за что? Подожди, а мы собирали здесь вот кусочки мозаики, картинки. А где она? Я вот ее не вижу. Так, а в принципе что? Здесь все то же самое. То есть мы останавливались не на этом. О, духи, кстати. Прошлой ночью мне приснился прекрасный... Это мы все слышали, это видели. Ладно, погнали. Походу, нам придется последние минуты немножко перепройти. Да, по-моему, вот этот натюрморт я уже видел. Ну ладно, пройти так перепройти. Давайте посмотрим. Если вдруг это сильно затянется, перепрохождение того, что было в прошлой серии, я это просто вырежу. А если не затянется, то и хорошо. Так. Это мы уже с вами видели, вот эту комнату. А, это та же самая комната, только немножко видоизмененная. Так, здесь хожу кругами. Ну да, судя по всему, ходишь кругами. Зато с красками хоть немножко что-то меняется. Дождь все идет и идет. Кстати, вот бесконечный дождь тоже интересный момент. Ага. А теперь здесь ничего не намалевано. Ну, не такими уж прямо кругами. Назад-то все равно не дают пройти. Может, что-нибудь найдем, интересно, там, на потолке. Опа. А, что тут написано? А, хожу кругами, это понятно. А, в чем основная моя страсть? А, в рисовании? Картин? О, вообще все. А, теперь со всех хожу кругами, со всех сторон хожу кругами. В чем основная моя страсть? В картинах твоя страсть основная. В бутылке твоя основная страсть. Бутылек взяли, хорошо. Теперь у нас есть картина и бутылек. А это что такое? А зачем? Ага. А может, как-то надо это расставить? Ладно, бутылек взяли, поставили сюда. Здесь у нас теперь духи есть. Ну, пойдем. Ладно, пойдем, бутылек поставим вот этот. Видимо, сюда. О! Двери закрылись. Свет выбило. И записка появилась. Ну-ка. А, не, фоточка. Фоточка появилась, кто-то гуляет, лето, хорошо, красота. Ладно, возьмем с собой фоточку, почему бы нет. Почему бы фоточку с собой не взять? А почему темно-то так? Вот я вот нашему главному герою, про которого пишут пишет книгу писательница, которая в начале игры прибыла на маяк. О, как все сложно, запутано. Я говорю вот нашему главному герою, возьми вот свечку. Там же вот специально крючок вот есть. Берешь вот так вот свечку и с собой таскаешь, и у тебя свет есть, прикинь. Я понимаю, ее может задуть, но все же лучше, чем ничего.
Все же лучше, чем ничего. Нет, вот этого мы не видели. Вот этого я не видел. Вот этого в предыдущей серии не было. Так, это чего? Ненавижу, мне всегда казалось, будто письма, напоминая, написанные ею, писала чужая рука, блядь. Чё-то я это, да. Как начинаю читать иногда титры, то останавливаюсь, запинаюсь на каких-то глупостях. Так. Опять нету, кстати говоря. Чё? Ухо где-то летает. Запинаюсь, короче, и не могу дальше продолжить пару секунд. Так, пошли обратно. А, свет включить. Ну. А, свет включил. О, ни хрена себе там рыбы. Так, видимо, туда надо, понятно. Вот это радость вообще любого это рыболова, картину такую дома иметь. А чё, повешал ее на стену? И внизу просто берешь там какую-нибудь большую это емкость ставишь, туда рыба просто падает. Вообще шикарно. Красота. Красота вообще неописуемая. Подожди. А здесь что-то можно нажать? Просто рыба и все. Вот это да. Вот это да. Так, ладно, полезли в камин. По-моему, в эту же комнату. А, это к оленю мы пришли обратно. Точно. Он, из которого все это лилось. Оленя помню. Так, а это что? А что он не крутится-то? Он вообще не крутится. Звук есть, а сам по себе не крутится шар. Глобус, в смысле. Так, это что? Заголовок «Идеальный творческий союз». Неожиданно отказавшись от привычного консерватизма в пользу эксперимента, Томас Калдвелл открыл в своей галерее поистине невероятную выставку. «Это прекрасный день для меня и моей супруги», заявил неразборчиво на церемонии открытия. Ну, это, в смысле, наш главный герой. «Для нас это не просто выставка искусства. Нет, для нас это не просто выставка. Искусство – неотъемлемая часть нашей жизни. Музыка неразборчиво сопровождает мои картины точно так же, как и она сама сопровождает меня в жизни». Красиво сказано. Предполагается, что после выставки Томас Калдвелл и неразборчиво, неразборчиво заключили некоторое соглашение. Некое соглашение, видимо, о партнерстве. Так, ладно, что тут в чуланчике у нас? Колечко. Она только, одна только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства, так вы выйдешь за меня? Успел прочитать. Короче, так ты выйдешь, говорит, за меня или не выйдешь? Так, подожди. Так, подожди, подожди, подожди. Ага. Кольцо. Взял тоже с собой. Это, видимо, наш сувенир. Наградной. Обратно мы пролезть ним. А, можем, наверное. Это чего? А, у нас осталось один кусочек для картины найти. Это круто. Будет уже собрано. Возможно, достижуху получим. Возможно, получим достижуху. Это мы куда? А, в подвал. В подвал я не ходил. Ну, точнее, ходили. Это мой долг. Закончить ее. Закончить ее. Ну, закончим. Чё? Осторожно. Хорошо. Что-то как-то освещение как будто бы меняется. Не знаю. Такое ощущение. Так, а почему здесь в подвале все раздолбано? Может мне кто-нибудь сказать? Кто в моем подвале все раздолбал? Интересно. Это от лампочки звук? Как будто бы музыка ветра. Не подходи. Не подходи, она близко. Кто он? Жена, в смысле? Мне проходить-то в любом случае надо. Но это, видимо, его шиза пошла. Он жену представляет в виде монстра.
Блять! Так, валим отсюда нахуй. Льняной холст не подойдет, а на таком угодно имеет Что-то меня немножко передернуло. Начались опять скримаки. Опачки. Опачки, ни хрена себе. Жрачка посыпалась из картины. Она там дальше ноет. Так, но сначала искал холст, необычный холст. И надо было найти нож, не тот, которым режут хлеб. Нужен был острый, как бритва. Так что я в конце концов взял бритву, а потом осторожно. Выпивка помогла снять дрожь в руке. Снял кожу? То есть он на коже, что ли, рисовал? Охренеть. Что-то тут все протухло, прокисло, испортилось. Что за жесть происходить начала? О! Так, подожди, тут, по-моему, немножко отзеркалилось все. Так, мольберт, ага. А, не мольберт, а этот, для смешивания красок, как он правильно называется-то. Короче, художники подскажут в комментариях по-любому. Как правильно называется эта ерундовина. Подожди, а вход был здесь. А, да, вот он, вход. Так. Это мы видели. И это мы видели. А можно уйти отсюда нахер? А, нельзя. Уйти нельзя. Так, уйти нельзя. Я тебя понял. Нас просто не пускают уходить отсюда. Так. Бутылку мы тоже видели. Так, и зачем я сюда пришел? Фотку я тоже эту видел. А, пойти опять в мастерскую? Ну, пошли в мастерскую. О, табуретка теперь на столе стоит. Так, фотку эту я уже находил. Ага. О, можно дальше продолжить рисовать. Так, подожди. Да блин. Тут что, все закрыто? По-прежнему. Может, я какого-то ключа не нашел? Подожди, а может все-таки поискать? Подожди. Давай еще раз пройдемся, прогуляемся по всему дому. Может, что-то найдем. Так, оттуда я пришел. Вот здесь дверь, кстати, закрыта была, по-моему. А, нет, здесь туалет. Здесь ничего. О, записочка. Компания протезы Ахиллеса, один протез голени, как можно было ошибиться с длиной. Не, подожди, это уже было. Здесь чего? Здесь какие-то духи, всякое такое. И всякое такое, нам это не надо. Так, о, кстати, здесь свет можно включить. Хорошо. Так, тут чего? Ошейник, это я тоже уже смотрел. Сюда можно пройти? Мышеловка. Подожди, так это уже было. А мышеловок, кстати говоря. Кто-то спер мышеловки, здесь их было много. Отрава для крыс. Хорошо. Часы. Да давай, подойди. Часы я брал. Ничего посмотреть на них нельзя. Так, ладно. Давай наверх. Наверху посмотрим. Может, здесь что-то изменилось. Здесь вот какая-то из дверей была закрыта. По-моему, вот это. Здесь закрыто. Здесь открыто. Опа. Это чего? Какой-то кусочек чего-то нашел. Кожа, что ли? Так, это я читал? А новое лицо музыки. Ночь в опере становится... Да-да-да. Это газетная вырезка. Это мы читали. О, не понял. Bring me back. Show me. А, надо зеркало собрать из кусочков. Так, подожди.
А кто там на пианине начал играть, а? Что происходит? Бинты. О, кусок зеркала. Я не могу без тебя, да и я понял, что ты не можешь. Так, это я уже смотрел. Трость тростью. Кстати, красиво играет. Пошли посмотрим. А чё ты? Играй дальше. Опять закрылось. Подожди, мне надо еще запчасти от этого. Кто там, блядь, стучит? Здесь ничего нету. Сейчас обшарим, найдем детали стекла. И чё, трубка. Ну и ладно, трубка да трубка. Пистолет. Пистолет мы уже брали, смотрели. Ну, пистолет да пистолет, этот мушкет. Странная фотка мужичка, пацана какого-то обросшего. Заросшего. Так. Все шкафы пооткрывал. Зачем? Вот здесь, по-моему, дверь была. Да, она до сих пор закрыта почему-то. Детская, кстати говоря. Здесь были игрушки. Игрушек нифига нету. Это что это за факт такой, блядь? Так. Здесь, может, части зеркала есть. Ну, сейчас здесь вообще нифига нету. Блин, пройди. О, сломана эта тумбочка, кстати говоря. Так, это я уже смотрел, видел. Так, подожди, я обошел весь дом и не нашел части зеркала. А чё? Так, скрипка. Может, ее перевернуть можно? Нет? Не, нельзя. Да блин, тут одной части не хватает, или двух. Такое ощущение, что это реально здесь вот здесь вот играют. Но на самом деле нет. Да, хорошо. Короче, не знаю. Вот у меня часть чего-то есть, какая-то вот кусок, видимо, кожи, что ли. Но зеркало я в итоге не собрал до конца. Может, здесь что есть? Здесь есть что-нибудь? Здесь нихера нет. Так, здесь закрыто? А, нет, здесь подвал, кстати, можно сходить. Ну-ка, давай сходим в подвал. Может, в подвале что есть? Подвал вроде обычный. Это что было? Подвал вроде бы пока что обычный. Это что, сожженные картины или что это за... Обгорелые листочки какие-то. Подвал такой же, какой был... Плюс-минус. А, то есть сюда теперь пройти нельзя, да? Примерно такой же, какой был в начале игры. Правда, вещи немножко передвинуты. Ну, судя по всему, нам не сюда. Что-то лестница какая-то прям длинная-длинная. Неестественно длинная. Ладно, давайте рисовать картину. Вариантов я пока других не вижу. О, стул куда-то уехал. Ха, прикольно. Стул куда-то уехал, здесь был стул. Так, тут что? Ненавижу, даже сейчас, потерянным, ты это заслужил. Закончи ее. Хорошо, постепенно текст проявляется. О, картина.
Ну давай рисовать дальше. Что делать-то? А нам за писательницу дадут поиграть вообще, нет? Опаньки. Страусы какие-то пошли. Вот это, кстати, на превьюшечку можно так это сделать. Красиво. По-моему, красиво так вот. Сейчас вот это. Опа! Исчезну. Вот буквально на секунду. И обратно. Хопа! Так, вот это превьюшечка будет. Чё, какой там это 20-я минута превьюшечка. Так, что здесь? Так, так, здесь ничего. А, открылось! Первый шкафчик открылся. First, сначала искал холст, необычный холст. И надо было найти нож, не тот, которым режут хлеб. Нужен был острый, как бритва. Так что, в конце концов, я взял бритву, а потом осторожно срезал кожу. Выпивка помогла унять дрожь в руке. Ага. Ну, короче, кожу он себе срезал, зачем, непонятно. И бритва, собственно. Так, это мы все слышали. Нужно заточить. Кто там на контрабасах на этих, на... Или как они правильно называются-то? А, на маракасах играет. На маракасах кто-то наяривает. Мотыльков тянет к пламени, между ними будто это пламя страсти, отчаяния и ненависти. Ишь ты как. Это мы, по-моему, тоже слышали уже. В одной из комнат. Ладно, пошли вперед. Пошли вперед, смотреть, что здесь. Это чего? Уведомление об увольнении. Я увольняюсь с должности горничной в доме, неразборчиво. Мэри Смит. А, вот это, кстати, в демке уже было. Вот это в демке, кстати, было. Сейчас, по-моему, наверное, повтор демки пойдет. И побегушки, наверное, с шестеренками, я помню. Я помню, такие были. Так, это чего? О! Блять, а я за тот заход, получается, не собрал полностью картинку. Да ёж твою мать. Получается, не собрал. Ладно, здесь что? А, не могу тебя видеть в таком состоянии. Ты же болен. А, потел и дрожал всю ночь. А теперь заперся в мастерской, как обычно. Прекрати нести эту чушь об измученном художнике. В смысле, измученном. Но если он дрожал, значит, ему было плохо. Смотри-ка, дверь открыта. Олень нормальный. Винцо. Красотцо. Я вроде везде во все углы тыкаюсь, все. Никакой я не алкоголик. Я знаю меру. Хорошо. А, и стакан взял. Никакой я, говорит, не алкоголик, но стакан себе возьму. На всякий случай. На всякий случай буквально пусть полежит. Опять эта страшная картина. С женщиной, которая играет на гармошке вон с правой стороны. Музыка пошла. Прикольная. Don't push me away. Не отдаляйся от меня. Что это, сука, было сейчас, а? Чё это за ядерный взрыв, блядь, локально в этой комнате произошел? Фу, блядь. Вот это меня опять второй раз за серию передернуло. Ну это не страшно сейчас. Это всего лишь... Чё? Мышиный фарш, мясистые хрустящие трупы морят меня голодом, постоянно тошнота. Из крыс фарш, что, блин, по-моему, он сошел с ума реально. Что это? X туда, X туда, X сюда. Зачем? Здесь какой-то пароль будет, здесь какой-то сейф есть. Это получается, подожди, он может... Нет, это настройки. Может как-то здесь можно кнопками что-то... О, кстати, приближать можно, я не заметил. Так, так, так. Вот так может? Нет, тоже. Нет, нельзя. Огонь горит, потому что я мерзну. Господи. А ты уверен, что он горит? Он здесь уже скорее угли треют. Ты тоже этого хочешь?
Нет, не хочу. Кстати, коридор изменился после взрыва местной ядерной бомбы. Так, ладно, пойдем сюда. Закрыто. Пойдем сюда. Здесь открыто. Здесь лифт, что ли? Интересно, так, здесь что? Одно съедобное блюдо, хоть с каким-то намеком на вкус. А разве я о многом прошу? В смысле, бутылка, съедобное блюдо? Интересно. Это чего? А, это мой дом, хватит меня в нем запирать. А, если ты так боишься огня, зачем отрезать себе путь к выходу? Согласен. Если боишься огня, у тебя должен быть пожарный выход. Так, все, что позволяет мне расслабиться, вдруг стало огнеопасно. Ну, если с трубкой уснуть, то почему нет, она может... Хотя, скорее, с сигаретой, чем с трубкой. Трубка-то там, что там, табак просто тлеет. Хотя тоже может загореться. Фига себе, дом с лифтом. Сюда? Нет. Сюда? Нет. Закрыть? Да, закрыть. Че? Ага. Надо было закрыть и поехали. Ладно, поехали. Сколько тут этажей в доме? Давайте посчитаем. Раз этаж. Это два. Второй был этаж, получается. Три этаж. С женщиной горящей. Три этаж. Четыре. Этаж. Отринуть смерть, отринуть хаос, отринуть пламя. Закончить. Закончить, он говорит. Так, хорошо. Видимо, приехали. На четвертый этаж приехали. Ладно, сохраняшечка пошла. Кто здесь что бьет? Закрыто. Блять. Высылаю запрошенные вами расчеты. 10 киловатт на комнату. Что-то 3 в месяц, стоимость ламп для каждой лампы, комнаты не входит в эту сумму, с уважением, бухгалтер, мне плевать, сколько это стоит, она боится огня, электричество и точка. А, он решил перейти на электричество, потому что жена боится огня. Так это ж прогрессивно, это здорово наоборот, электроэнергия, прикольно. Так, подожди. Блять, а здесь зайти нельзя. Зато можно кусок взять. Ага, второй кусок взял. Хорошо. Так, а здесь что? Здесь закрыто. Здесь закрыто, значит... Вот, смотри, лампа, свечка, которая в лампе внутри. Вот ее можно взять, лампу сверху уже вот эту вот одеть, стеклянную, и она и будет свет давать, и не затухнет нифига, и вообще безопасно. Вообще классная вещь. Так, ладно. I can't to... Чего? I can't to be... Be... Undone? 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 Undone куда-то. Undone. Антон какой-то, короче. Какой-то Антон. Давайте поговорим о символизме в наших работах. Лучше не надо. Почему? Символизм – это слово, которое часто бросают на ветер. Обычно это те люди, которые не знают, что о тебе сказать. Худший вопрос, который можно мне задать – это «Что вы хотели сказать этой картиной?» Если бы все было так просто, я бы ее не нарисовал. Я бы вам просто сказал на словах. Конечно, можно говорить в целом о темах, которые меня всегда вдохновляют. Действительность, противоречие. Мне кажется, что все искусство в каком-то степени вращается вокруг борьбы. Замечаем мы ее или нет? Это, конечно, совсем другой вопрос. Интересно, интересно вам. Ладно, согласимся, что вырезка вроде интересная, газетная. Так, это чего? Опачки. В зазеркалье. Цвет. Сердце живописи.
ее душа. Можно, чтоб, нужно, чтобы все было идеально, великолепно, ярко, жизненно. Жизнь огонь. Понятно. Короче, мы куда-то перешли в какой-то то ли потусторонний мир, то ли что, то ли в зазеркалье в какое-то. И все здесь. Зеркаль. Опачки, еще один кусочек. Отличненько, еще два надо собрать. Вот это красиво. И музыка прям. Так, ноты. А чё? А чё ты? Просто ноты у тебя забрал. Жесть. Вот это жесть, да. Вот это жесть. Ладно, так, обратно прийти нельзя. Обратно уйти нельзя. Здесь чего? А запрошенные вами расчеты... Да блин, это ж мы только что читали. Ну ладно, электричество и точка, хорошо. Хоть и невкусная и точка, а электричество и точка уже хорошее название. Чего? Где? Что? Закончи ее. Где? Че сейчас было, блин? Просто свет? Ну ладно. О, коридор какой-то. Ну ладно, погнали. Мужик какой-то с лицом, он, видишь, впереди. Впереди двоится прям лицо у него. Как сиамский близнец. Опачки, следы. Кто-то из картины вышел. Блять, кто-то ходит, кто-то бродит. Ну, судя по всему, то, что следы сюда идут, наверное, нам сюда идти надо. Пойдемте туда. Я надеюсь очень сильно, что здесь... Блять! Побегушек не будет. Сука, это же просто картина. Вот чего я испугался. Ладно, показывают следы, иди туда. Ладно, пошли туда. Хорошо. Капец. Казалось бы, это всего лишь картина, которая просто вот чуть-чуть так вот... Главное, светло. Вроде никаких шумов, громких звуков нету. И при этом так, блин, передернуло. Атмосферка, да. А, видимо, правильно прошел. Опа! Очки. Ха, прикольно. В тупиковом коридоре оказался. Картин. Еще один кусочек. Так, у меня один кусочек остался найти, и это здорово. Так, что за звуки? Почему? О, в картишке игра. А что это женщина валяется? То ли связанной, то ли... Дети играют во что-то. А мужик просто сидит, смотрит. На бабу валяющуюся. Странно. Это мужик какой-то художник, я понял. Здесь какой-то сом сожирает мужичка. А бабёхи отрезают мужику голову мечом. Охренеть. Так, здесь какой-то кролик дохлый. Короче, странные картины, я вам так скажу. Так. Ага. А здесь я типа был, да? Закончи. Да закончим мы ее. Че ты в самом деле? Подожди, так я здесь был. То есть нам вот сюда. Это ключик я взял, видимо, отсюда. Я понял. Хорошо. Солнце! То здесь дождь и ночь, а здесь солнце. Ну, наконец-то. Вот это я понимаю, красота, птички поют, ну наконец-то. Блин, даже как-то необычно в это, в Liars of Fear. Такое вид... Да вы чё? Да ёлы-палы, я-то надеялся, ни хрена себе, тут хорошая погода. Опять дождь. И опять ночь.
Опять дождь, опять ночь. Так, здесь все закрыто. Опа. Ха, кто-то ноты нарисовал. Это уже не он, это уже его жена, походу. Ну, ноты нарисовала. А, так, понятно. То есть, я так много раз видела тебя в своем доме, но никогда не решалась так вот взять и подойти. Это как это? До сих пор. В смысле, ты видела в своем доме его, но никогда не решалась подойти? Интересно. Интересно, а как это так? Как он в твой дом попадал? Так... Интересно, так, здесь что? Сюда можно пойти, а сюда? А сюда можно пойти? Здесь какой-то чемодан. Чемодан, чемодан, что у нас в чемодане? Какая-то записка. А, лишайные мыши. Облезлые кровавые пятна. Не мои волосы, где ножницы? А, по-моему, он реально с ума сходит. Художник-то наш. Так, здесь закрыто. Ладно, пошли туда. Я все надеюсь найти еще одну, один фрагмент картины. Та, которая у нас в правом нижнем углу собирается. Это не страшно, это мыши. Это мыши, это не... Подожди, а вот здесь, по-моему, демка у нас начиналась. Так, рецепт на морфий для пациента неразборчиво. Дата неразборчива. Уильям Икс Грин, доктор медицинских наук. Хорошо. Здесь у меня, по-моему, демка начиналась. Ну-ка. Точно! Ха, это демка. Вот мы теперь в демку играем. Блядь, сейчас побегушки начнутся. Я не хочу побегушки. Я не хочу побегушки. Хотя они, в принципе-то, не сложные. Несмотря на меня так. Это помогает мне сосредоточиться на работе. Не более того. Ну, хорошо. Пусто. Они становятся все умнее. Хорошо. Это, короче, у нас было. Это вот в демке было. Здесь, кстати говоря, хороший мальчик про собачку. Блять, а чё так громко-то? Вот это громко было очень, причем. Вот это было очень громко. Вот. Дорогая, помнишь, ты говорила, что неплохо бы завести кошечку, чтобы ребенку было с кем поиграть? В общем, я купил собаку. Да, ржачно. Ржачно-ржачно. Мы хотели кошечку, он купил, сука, собаку. Так, ладно. Так, ну здесь все опять же изменилось. Там завал. А, идти нам только сюда. Ладно, пошли. Здесь у нас, походу, побегушки будут. Скоро. Так, спокойно. Спокойно. О, последний фрагмент. Супер. Мы картинку собрали. Отлично. Первую картинку, получается, я просрал. Где-то кусочек фрагмента. А здесь... Чё? А, ну да. Повернись. Во. Ладно, погнали. Мужик закрылся. Как в демке мужик закрылся. Так... Вот это я забыл из демки. Вот это я забыл. Так, здесь будут побегушки. Так, что здесь? Тебе всегда хотелось большой сад. Мол, зелень успокаивает нервы. Ну, в принципе, почему нет? А, так, подожди, как там присмотреться-то? А, какой путь стоит выбрать? А я вот хуй знает, я в какую сторону ходил. Мне всегда нравилось рисовать кровь. Какой путь стоит выбрать? Так, всегда. Тебе в эту дверь? Да я откуда знаю, в какую.
Так, а здесь что? Определитесь уже. Да, действительно, определитесь уже. Можно... А, я понял. Короче, нам надо либо направо, либо налево. Короче, кровь это вот по мужичку, а зелень это по женщине. А я вот не помню, что я выбирал в демке. Давайте направо пойдем. По-моему, я в прошлый раз ходил налево. Давайте кровь посмотрим. Или я сюда ли ходил? По-моему, я сюда же и ходил. Вредители. На холсте пульсирующая шерсть. Яд для краски. Решение сжечь. Крысы на холсте. Интересно. Короче, он поджог устроил. Так, здесь... Опачки. Это что произошло? Так, дверь исчезла. Так, ладно. Так, подожди, дверь-то исчезла, это, конечно, хорошо, а можно как-то... Можно картину... А, я сюда в демке и ходил, да. Надо было налево сходить. Я сюда... Никаких отговорок, никаких инцидентов, никаких слабостей, только огонь в глубине души. Закончи ее. Так, здесь нам нужно две свечки найти, это я помню. Одна свечка вот она. А вторая свечка, она где-то вот там подальше лежит. Да понятно, понятно. Это я, по крайней мере, более-менее помню. Так, ну чё? Горелка. Я должен одолеть тьму. Так, горелку взял. Хорошо. Горелку взял, чтобы одолеть тьму. Я понял тебя. Давай. Чё? Всё? А вот и проход. Ну да, это сейчас демка по факту пошла. Это по факту пошла демка. Вот. Да. А, мне не хотелось, чтобы дошло до этого, но иначе никак. Мне придется защищаться. Здесь, короче... О, приз. А, делать свое дело. Приз получен. Ага. Здесь, короче, вот эти какие-то непонятные вещи нужно освещать лампой. А, призрак слабости. Приз получен. Так, хорошо. Ну, открой. О, лялька. Во, жесть происходит, да? Вот это жесть. Так, и что там он нам даст? Ключик дал. Ладно. Так, это что? С тех пор, как я отправил последнее письмо, обстановка только ухудшилась. Вчера подо мной развалилась табуретка, а чашка прилипла к кухонному столу. Нужно нанять новую обслугу. Но эти люди настолько ленивые. Создается впечатление, будто никто не хочет работать. Как я и в демке и говорил, если человек может получить деньги, при этом ничего не сделав, он так и будет делать. О, да. Это какая-то жижа прям из башки у чувака течет. Фу. 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 Пошли дальше. Так, кстати, а как там лампу? О, лампу открыл. Лампу это L2 получается нажимать. Лампа, если я не ошибаюсь, ее нужно для того, чтобы не просто светить, ну, чтобы свет был. Как же ты не понимаешь? Я работаю, честное слово. Если меня еще раз кто-то отвлечет, то что-то произойдет. Пила. Мне казалось, будет сложнее, странно. Кости так легко не должны ломаться. Вот про кости я, честно говоря, не припомню. То ли он кому-то что-то отпилил, то ли у себя что-то сломал. Хрена себе, вот этот звук так звук был сейчас. А, здесь пожар сейчас будет. Это я помню. Во, я про вот это. Это мы в демке видели. Это в демке видели. Здесь ничего такого страшного, примечательного, особого нет. Пламя обожгло его. Как аппетитно он выглядел в его языках.
кто-то ломится к нам прям. Да ломайте дверь, а то я сейчас сгорю здесь нахер. Жесть вообще. Ну да, это вот все повторение демки идет. Сейчас мы дойдем до места, где надо будет от нашей Има жены бегать. В его воображении она будет монстром. Похоже так. Ее единственная радость. Пластинка. Давай поставим. Либо пластинка, либо музыка. Скорее всего, музыка тут имеется в виду ее единственная радость. Граммофон, патефон. Вообще реально как Silent Hill. Все восстанавливается. Да, все восстановилось. Жесть. Жесть, реально Silent Hill какой-то. Так, ладно, что тут еще у нас? Шкатулька. Мне нужно было отделить плоть от кости. Поначалу я растерялся, не представляя, как это сделать, но потом отпилил ее ручной пилой, сварил и положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого не делал. Наконец я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Хера себе. Грунтовку он из кости сделал. Молодец. Дорогая, ты чего еще удумала? Разве врач не запретил тебе напрягаться? Оставь инструмент в покое, он никуда не денется. Он еще и скрипкой запрещал ей пользоваться. А у нее и так одна единственная радость была играть на скрипке, на фортепиано. Так, тут что? I cannot be undone. Ага. Вот, собственно, мы, можно сказать, демку-то и завершили. Он много всего, кстати, насобирал уже. Много всего на себя. Кубок, кстати говоря. Так, в ящиках ничего. В ящиках пусто. Мне вот интересно, а когда мы все-таки будем уже наконец-то за нашу писательницу играть? Ненавижу, даже сейчас, потерянным, одиноким, ты это заслужил. Могила для тебя. Закончи ее. Понятно. Так, здесь у нас тоже все закрыто. Здесь пока ничего нового не появилось, здесь закрыто. Так, ладно, давай рисовать дальше. Этих каких-то, не знаю, страусов кровавых. Мясных кровавых страусов. Во! Ну нет, у нас там было прям вид человека такого облезшего. Это немножко другое. Так, это что? А, это тоже я видел. Это все я видел. Во! Кстати, второй шкафчик открылся. Это с пилой. Это, получается, кость. Кость, кожа, пила. Короче, какой-то он кровожадный. Потом, наверное, кровь будет и еще что-нибудь такое. А, ладно, ребятушки, давайте на этом, наверное, завершать. Можно, наверное, вот эту, может быть, на превьюшку взять. Можно и вот эту тоже, в принципе, картину взять на превьюшку. Давайте вот так вот. Хопа. В принципе, неплохо. Всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Не забывайте про колокольчик, ребятушки. И до новых встреч в следующих видюшечках, стримах. В общем, всем спасибо. Всем пока.